все. Я нашла место, как хранить швабру. Где моя швабра? Швабра моя где? Я швабру потеряла. Она что, в текстуру ушла? Где моя швабра? Блять, где моя швабра? У меня швабра ушла. От меня швабра ушла! Блять, где швабра? Всем привет, меня зовут Надин Шмафин, и мы сегодня продолжаем наш бизнес интернет-кафе. Так, сейчас мы отправимся как раз таки посмотреть, чё как. Как там поживает наше лучшее место на свете. Сейчас только наш лифт доедет. Да я на одном этаже с лифтом. Просто он медленный. Все, поехали. Поехали, поехали отсюда. Все, гоу-гоу-гоу-гоу. Я готова рвать и метать. Быть в топах всех интернет-кафе. Играться со светом, потому что у меня будет столько денег, что я смогу заплатить за любые игры со светом. Во-во-во, уже стоят, ждут. Ты как? У этого шея поправилась, с ним все хорошо. Открываемся. Электричество отключено. А че это оно так? Врубайся, электричество. Так, заходим. Компьютер. Запускаем. Запускаем наш компьютер. Блин, я хочу стул новый. Открываем кафе. У меня 800 бачей. А, кстати, надо было зайти и посмотреть. Может, я могу купить себе новый этот стул. Так, я надеюсь, если я отойду, никто мне ничего не... То есть что-нибудь для меня? Есть. Чувак, в городе есть владелец интернет-кафе, который меня не слушает. Все в этом городе прислушиваются к моему слову. Я прошу вас положить это подслушивающее устройство под его стол. Он расположен на втором этаже дома, в котором вы живете. Конечно. Я готова, дам. Че? Вот запросы. Утверждаю. Утверждаю. Сиди и работай. Сейчас еще деваха придет. У меня же чистая, надеюсь. Зачем нет столько огнетушителей? А, у меня музыка не играет. Че у меня музыка не играет? Утвердить. Так, сделаю потише, чтобы не орала. Вот, чтобы никому не мешало. А где моя бита? Где моя бита? У меня нет бита? В смысле, у меня нет биты? Блять, нельзя, конечно, так уходить. Я же без биты, как я буду без биты? Где это живет? Живет. Давай сюда. Спасибо. Так, стул мне такой не нужен. Пацаны, я бегала за битой. Если кто-то там не уплатит, я опробую свою новую биту на вас. О, какой честный. Подожди, нет, ни хрена не честный. Ай, больно. Чё ты такой буйный? Так, ну этот сразу, а этот там хентай смотрит. Так, у меня воняет? Там что-то ношу. Да не, не воняет. Так, ну-ка плати. Так, ты заплатил. Все, так, это я могу, наверное, закрыть. Пусть она там играет. У компьютеров даже нет видеокарты. А как они, по-твоему, работают? Что там орёт в комментах, в интернете, как всегда. Так, я хочу... Чё хочу? Я хочу что-нибудь купить. Так, где там замазор? Замазор. Тут уже бежит весь влюбленный. Мои компы. На тебе замазор. А, может, стул? Так, где там? ТВ, VR... Нет, зачем VR? Desk. Мне нужен стул. Маус, монитор, keyboard, chairs. Вот. Я могу купить какое-нибудь клевое кресло. Дорогое. Вон, вот это. 420.
Да? Да. Там будет хреновый стол и отличное кресло. Чё, там заплатишь мне? А чё вы там намусорили, суки? Это хоть чтобы продлили. Так, с тобой все понятно, ты там в этих в автоматах своих. Чё вы тут мне намусорили, суки? Блин, пол надо поменять, мне что-то не нравится. А чё чистый? Чистый только наполовину, а где грязно? Где еще грязно? Ты там не подходи ко мне. А вон, у тебя грязно. Я мою, не мешаю смотреть твою порнуху. А где еще грязь-то? Я надеюсь, однажды я смогу поменять этот дурацкий стол. А вот еще какие-то отпечатки, это мои. Так, этот огнетушитель вообще работает? А этот? Понятно. Где моя доставка? Замолчи там. А вот моя доставка. Чё-чё-чё? А, эта тёлка пошла поиграть. Ты, короче, давай заканчивай, я стул поменяю там. Замолчи, не для тебя. Не для тебя я свои стулья покупаю. Всё, иди. Спасибо. Спасибо, чел. Так, ку... На, вот сюда самый клевый стул. Стой, 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 стой. Спасибо. Прысь. Так, а куда мне этот стул тогда? Может продать? Может, можно продать? Я могу его перемести себе в сумку? Могу, пусть там полежит. Что, намусорили опять? Хочу новый пол, это какой-то страшный. Так, 8 баксов. Блять. Это я так, тренируюсь. Что там напишет? Салют. Вот. Плохие комментаторы едят дерьмо. Я не хотела плохо комментировать, но какая-то фигня. Но вы сидели просто рядом. Посматривали друг за другом. Так, а где мое кафе? Пол где? Краска для потолка. Что мне для потолка? Мне надо для этого, для пола. Не хочу вот этот ковер или что-то. 200 баксов? Чуть немало. Не сильно вижу. Что там? Ну давай вот. Нет, лучше вот это. Что там, получше стало? Ну да, нормально. У меня, правда, пол и потолок одинаковый. Черт! Это авторская задумка. Ты чё разбросал тут? Чё у меня опять грязно? Уходи, не смотри сюда. Да ёптить. Всё, сиди. И ты сиди. Чё там, чё там? Чё там, чё там? За какие деньги? Новая комната за 800. А где ты новые двери видела? Вот. Автоматически раздвижная дверь. Охранная сигнализация. Что такое постустройство? А, это платить карточкой? А тут есть туалет? А туалет заблокирован. Чего мне туалет заблокирован? Они туалет хотят. Они хотели у меня туалет, а тут у меня весь туалет заблокирован. А как? Блин, что-то грязно. Кто натоптал? О. А, я вам игры же могу покупать. Точно, точно, точно. Точно, точно. Мне нужно будет еще уйти и конкурентам жучок поставить. Это что они? Так, что я могу еще купить? Можно купить еще один автомат. И это будет приносить мне больше прибыли. Все завершено, все нормально. Так, монитор. Вот, аркадная машина. Аркадная машина очень удобная, за них не надо их там подключать, выключать. Вот, 615 мне как раз хватит. Ну, тушка старая.
накопить до 900. Чё произошло? Блять, у меня что-то спиздили на глазах. Чё, спиздили? Чё произошло? Подожди. Да-да-да. Пока-пока. А чё произошло? Да ёптись. Мне какую-то подлянку устроили, но я чё-то не понял. Ёбнулся. Всё нормально. Так, а чё? А, мышку спиздили. Блять, ну... Прямо из-под чувака мышку спиздили. Так, ты мне там заплатить хочешь? Спасибо, зайка. Ула! Именно так. Так, ну покажу тогда мышку. А мне, кстати, на аркадный автомат хватает. А сколько мышки стоит? Сиди. Это, заплати мне как раз на мышку. Так, монитор, вот мышки. Ну, давай за 240, мне, правда, не хватает денег. Чуть-чуть, сотки не хватает. Ты продлить хочешь? Все, сиди. Сиди. Тоже закрою. Я любил. Он любил, да. А после часа новые клиенты не приходят. Да что вы опять не натоптали? Суки. Так, а мне надо пойти, во-первых, продать стул. Продать стул. Да где еще грязь? Не вижу. А, вот она. Ну, почти чисто. Блин, мне кажется, место, какой-нибудь склад для всего этого. Илон Маск, блядь, да сколько можно? Где он? Как он мне надоел? Да сука. Сейчас пока хожу, меня грабят. Пойду заодно продам эту. Вот, продать. Почему этот Илон Маск никогда не платит? Почему он никогда не платит? Так, он на них и не бежит. Меня ничего не украли, как я ходила. Так, а сколько у меня денег? Не хватит там? Должно хватить. Так, замазор. 1141. Все, полная плата. Пока у меня все тут. Блять, нет, уйди! Пиздец! Гандон! Сука. Так, это я закрываю. Так, надо устраивать свой бизнес побыстрее и уже покупать себе охранника, потому что меня это задолбало. Какого черта, блядь? Сука! Я ебал! Так, ну-ка давай иди сюда. Мне надо бы столы обновить. Ох уж эти кальмары, блядь. Как так можно? Ни стыда, ни совести у них нет. О, это моя доставка. Уйди, пожалуйста. Так, мышка. Я закрыт, не приходите ко мне. Так, вот все работает. Это тоже со мной пойдет. Опа. Так. И воняет у меня. Чуть
темнота? Нахрена мне эта темнота? Воняет. Так-то у меня воняет. Все больше не воняет. Я пойду конкурентный жучок поставлю. Че? Это мое? Это пусто. Так идет пусть нафиг, если пусто. Так, пойду ставить конкурентный жучок. У тебя есть что-нибудь? Хотя у меня денег нет. Сколько там у тебя? 16. Ну, ничего приличного тебя пока не вижу. Где там мои конкуренты? Ай! Так, второй этаж, поехали. Поехали на второй этаж. Сейчас все порешаю. За столик конкурирующего. И все. Да у него народу практически нету. Ну что там за два человека? Это же, блин, вообще ни о чем. Какой там доход у человека? Мне кажется, он больше прогорает, чем зарабатывает. Ну поехали уже, блин. Да что за лифт? Почему я живу в каком-то сарае? Так, где мой нищий, дорогой друг? Где он? Так, это мое, это не то. Вот-то где стоит, ждет. Большое спасибо, дружище. Вот тебе маленький подарок. 400 баксов. Нормально. Так, все. Можно работать. Открываем свое кафе. И поехали. Я жду посетителей. Веселое место. Вон, кому-то уже весело. Так, надо что-то будет купить. Может, столы обновить? Помолчи. А у меня что там, прокачано? Что-нибудь? Могу что-нибудь прокачать? Так, на какой-то... На 40? Не очень много. А! Воры не заходят часто в ваш магазин. Всего лишь 130, а не 40. О, 70 баксов. Возможно, с этих торговых автоматов выгоднее зарабатывать деньги, чем с компов. Возможно, не факт. Так, это я возьму на все эти пожарные. Едите, натоптали. Господи, по какому говну вы шли сюда? Вроде лето на дворе. Вам тут помойку, может, поставить? Две девахи там друг на друге волосы рвут в играх. Ну да, выгоднее брать... Выгоднее автоматы дорогие брать. Они там 70 приносят. Внутри. Кроме света. Да эти шпалы-то помыть. Так, этот поиграл. Просто поиграл, все нормально. Да ёкарный свет. Подожди, он просто проиграл или мне не заплатили только что? Не знаю. Ну ладно, не заплатили, что я могу с ним сделать, правда? Так, хочу новый стол. Так. Что-то нужно обновлять компьютеры, а не столы. Но... Вот столы. Чего они такие дорогие? 700 баксов. Консоль. А, вот, компьютерный стол. Ты не заплатила? Это на автоматы шла. Все нормально. Про геймер тейбл. Вот. А у них одинаковый рейтинг. Там только вид отличается.
Да, блядь. Где мой компьютерный гейминг? Вот, вот это возьму. Сука! Где она? Где этот тварь? Сука! Как они меня бесят? Мне нужно новую битву. Блять, у меня снова что-то спиздили! Иди нахуй! Самый дорогой стул. Нет, не дорогой. Все, мой Fantastic Chair стоит. Можно не переживать, это был обычный стул. Сошла. Ну-ка, тихо. Так, открыто. Сотрудники. Гард. 300 бачей. На 5 дней. Вот, 260 на 3 дня. Давай тебя. Все, защищай меня. Мне надоело это все дело. Только мне стул нужен. Так, мне нужен стул. Это что у нас? Не то. Стул. Мазур. Может купить хороший стул? Вот этот. Пока без геймер. Геймер стол. Будем с геймер стол. Да, я, конечно, поставила. Тебе. Нать. Ой, я тебя не видела раньше, кажется. Так, ну у меня охранник есть, так что они уже не убегут, да? Правильно я понимаю? Я разорюсь, наверное, на этом всем. А с другой стороны, это уже перестает быть моей бедой.
Ты с автоматом, чел. Ети ты, конечно. Профессиональная охрана. Ой, блядь. Ой. Напугалась. Я сюда. Все, у меня два рабочих места. Я могу теперь заниматься тем, что убирать мусор, блин, а то надоело. Повсюду грязище. Замолчи. Я отсюда не там, между прочим. О, ты этих убиваешь. Вот это ты прелесть. Стоит своих денег. Да, блядь, хватит тут мне, между прочим, гадить. Так, утвердить. Шит блеск. О, сразу продлевают, хотят у меня остаться, потому что у меня не грязная и у меня суровая охрана. Это свет, между прочим? А. А чё это я так не включал его? Блядь. Опять натоптали. Сколько можно? Все. Я нашла место, как хранить эту швабру. Не воняет? Давай, иди сюда, красавчик. А ты чё? Ты чё? Ты, блядь, чё? Я тебе за что плачу? Я думала, он и такими занимается пацанами. Он, видимо, расстреливает только тех. Вот оно как. Тогда это невыгодно. Он только против этих. Где моя швабра? Швабра моя где? Я швабру потеряла. Она что, в текстуру ушла? Где моя швабра? Блядь, где моя швабра? У меня швабра ушла. От меня швабра ушла! Блядь, где швабра? Сука, где швабра? Где швабра? Блядь, а можно швабру купить? Только робот-пылесос я там видела. Есть швабра? Какого черта? Нет, тогда я лучше куплю себе этого. А, ну да, я, конечно, не прочитала ничего. Вот это доберу. Огонь. Огонь. Лучше тебя огонь. А этот пусть против воришек и неплательщиков стоит, потому что этот пока мне не выгоден. Он убивает только кальмаров. А за этим мне приходится самой бегать. А где моя швабра? Ёптить. О, секьюрити. Суровый мужчина. Так, ну они все равно не приходят. Можно поискать себе и купить швабру. Где моя швабра? Можно ли купить швабру? Дескс. UTV. Блин. У меня швабры нет. Я швабру потеряла. Блин, плохо. Так, а что там по компьютеру? Ой, за 870. Fat computer case. Замолчи. Или накопить до какого-нибудь клёвого. Где народ? Не понял. И что, что ночь? Это не значит, что можно не ходить. Да? Какой суровый мужик. Вообще. Вот так посмотрел и побежал. И прыгает еще, прыгает.
А где мои работники? Точнее, мои посетители. Где все? Сука, вы где все? Не понял. Иди. Иди зайди в интернет. Иди. Комментаторы любят есть дерьмо. Давай, пошли. Сука, хочу себе новые двери. А где все? Не понял. А, во-во-во, бежит, 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 бежит. Я же встала тебя встретить. Так, это можно закрыть пока. Твердить. У меня швабры нет. Не беда, у меня швабра пропала. Блин, мой способ ее прятать был хорош, но она исчезла окончательно. От меня ушла за такое обращение. Если придут более красивые девочки, увеличу оценку. Больше 5. Не трать сюда свои деньги. 3 звезды. Отличное место. Мерзкое место, 3 звезды. Да ладно, мерзкое место, а всем нравится. Странные какие-то, конечно. Но я ничего не могу поделать. У меня так мерзко, что нравится всем. Вы и ах. Ладно, включу вам свет. Чего там, будете глаза портить? Где моя швабра? Где моя швабра? Где мне швабру взять, пацан? Ладно, ты. Че так мало денег дал? А че все такие нищие? Копейки какие-то. 46. Че на это куплю вообще? Место, куда я не пойду. Брешь ты все. Брешь ты все. Может, не париться и просто какой-нибудь средний компьютер купить? Вам там хватит этого? Одних Among Us'ов, чтобы не покупать ни игры. Так, ну 2,5. Не такой уж и плохой рейтинг. Так, где моя швабра? Я швабру потеряла. Как мне теперь мыть полы? Что мне делать? Я могу бегать, посмотреть на эти товары. Телка все еще там сидит, стримит. Бедная выживает как может. Стримит круглыми сутками. Тушитель, диски, VR. Да, у тебя что-то ничего приличного и нету. Так, ну мне нужны деньги, я буду модернизироваться. Только мне, блядь, нужна швабра. Вот это я понимаю, работничек. Господи, я тебя обожаю. Блядь, где мне швабру взять? Я не хочу покупать робот-пылесос. Он дорого стоит. Не воняет? Да нет. Удивительно, но он мне не воняет. Сейчас ему врежет, 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 врежет. Или нет? Ладно, блин, а? Подожди, он же с должным компом. Он платил? Или что с ним не так? Так. Да какие красивые девушки, блядь. Тут я сижу, тебе недостаточно. Так, что там по компам? Не, наверное, лучше покупать подороже. Какой смысл покупать подешевле? Или лучше купить еще один автомат? Блин, ну когда они долго сидят на компах, это выгоднее, чем автоматы. Но зато автомат. А что это? Че? А!
Это да, да, да. Спасибо, спасибо. Да подожди, я тут это пытаюсь понять, что мне выгоднее. А, деньги. Давай, все, иди. Спасибо. Мы на эти деньги модернизируем наш кафе. Вокруг мусор, уборка обязательно. Да нет у меня швабры, она где-то в стенах потерялась. И что могу с этим сделать? А можешь купить новый стол, новое место? Ну-ка попробуем. Это большой риск. Потому что мне может не хватить денег. Так, начнем со столов. Короче, мне нужен стол. Не буду покупать дорогой. Консольные столы. Ну давай вот этот. И стул. Пока стул и стол. Начнем с этого. Начнем с малого. Начнем с малого. И стул. Столы у нас нет. Стулы. Стулы, столы. Вот. Ну, куплю за 200. Не буду дорогой. 700. Сколько там еще за этот? Хотя я могу купить вот, вот так. Все остальное я куплю в поддержке. В поддержных товарах. Иди. Блять, где мне швабру найти? Сука. Так, ну если что, он там это выбит из них деньги. Моя доставка едет. Изо всех сил. Так, сколько тут стоит тебе компьютер? 116, 116. Давай. А! Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда? Блять! О, какой ты молодец! Блять, ну я потерялась. Я потеряла свою швабру. Что мне делать? Да подождите вы все. Сука. Что я могу с этим сделать? У меня пропала швабра. Так, иди сюда. Надо, а? Блин, а что мне делать? У меня швабра пропала. Сука! Блять, я буду жить в окурках. Помогите. Так, это сюда. Меня швабра ушла. Как мне жить теперь без швабры? Так, мне нужен монитор, мышка. Так, а я могу сделать вот так пока что? Так, монитор, мышка. Мне кажется, тут с этой стороны короче. Твою мать, мне нужна швабра! Чёрт! Чел, ты швабры не продаешь! Мне очень надо, я потеряла. Так. Сумку. Давай, за 320. И мышку. Мышка есть? Старая мышка. Есть, не старая? Сколько у меня? Хватит. Все, я пошел. Блин, что делать? Что делать? У меня швабра пропала.
Сука! Почему у меня такая помойка? Готово. У меня есть еще одно место. Но у меня нет швабры. Блять. Ой, они там сидят, ждут. Ой, блять, они ушли. Суки, пока я бегала. А, мне нужна швабра. Швабра мне нужна. Это я возьму. Где моя швабра? Что мне делать? У меня швабры нет. Мне даже не воняет, просто грязно. Твою мать. Да. Сколько у меня этих предпринимательских душ? 105. Давай вот это. Блин, я хочу, конечно, чтобы у меня было меньше воров. Но пока мне очень нужны деньги. А если у меня будет много денег, то у меня будет охранник. Этого уже тошнит от того, как у меня грязно. Не знаю, где мне взять швабру. Сука. Не трать сюда свои деньги. Блин. Что могу купить? Нет денег, нет, чтобы что-то купить. Мне кажется, раздвижные двери, это классно. Так, а есть краска для пола? Другая. Что это? А, не нужно расшириться или что? Как все плохо. Как все плохо! Плохо! Где моя швабра? Где моя швабра? Почему у меня нет швабры? Сука! Псы там накладываются друг на друга. Блять, как сложно. Сейчас утра дождусь, ко мне придут клиенты, и все будет хорошо, у меня будет много денег. Только я не знаю, где купить швабру. Мне нужна новая швабра, здесь не продается новая швабра. Мышки, мониторы. Вентилятор, аркадные машины. Да, это я знаю. Где мне взять швабру? Я швабру потеряла. У меня счета есть? Нет. Блять, что делать? Что делать? Что делать мне? А, иди, иди. Что за помойка у меня теперь? Что мне делать? Это вы ждете, когда я откроюсь, да, очередь? Беда. Беда, беда. Да не, у меня все еще нормально пахнет. А! Нормально пахнет, ага. Не туда смотрю, называется. А я могу продавать старый баллончик? Дождь пошел. Сейчас выйду. На. Заодно помочь, если что. Блин, как хреново-то все. Где? Где? Кафе открыто. Где народ? Бегите! Бегите! А, кстати, дед, у тебя нет моих денег? Нет, у меня тогда не нужно. Для меня у него! Что я несу? Блин, мусор кругом. Я в панике.
Так, компьютер работает. Может мне продать вот этот автомат и купить лучше? Сколько мне денег? И сколько там стоит автомат? Так. Иди. Аркад машин. 900. Би-би-би-би-би. Подождите, дайте посмотреть мне на цену аркадных машин. У меня, по-моему, за 900 стоит, да? Но тот автомат, который за 30, мне не сильно нравится. Я бы его продала, если честно. Андрохаря. Андрохаря машин. Что-то мне стало все-таки взять. За 25 бачей он решил, что лучше по морде получить. А! Ладно. Иди, иди. Не охренеть, у меня, конечно, какой большой доход, если честно. Может, еще одна аркадный автомат. А я могу комнату, между прочим, купить. Расширяться потихоньку. Вот, у меня плюс комната. В которой мне будет еще больше грязища. А что, я не могу разблокировать? Как мне разблокировать туалет? Я думаю, у меня будет просто одна комната для торговых... Ой, не торговых, а... Какой бы там... Вот оно, как все выглядит. Блять. Где? Я думала, все это будет выглядеть несколько иначе. Но я могу купить еще одно место. Я думаю, мне денег хватит. А я что уже? Я что-то купила? Подожди. Мне казалось, у меня было 1000. Я что-то купила? Я не помню. Блин, хреново мне. Чё там? Кто там? Так, ну надо покупать еще один стол тогда. И стул. Хотя нет, может мне покупать столы подешевле? Нет. Будем вкладываться в технику. Неправильно я все думаю. Будем брать дешевые столы и клевые компьютеры, а не наоборот. Это как-то странно. Так, где там дешевые компьютерные столы? Да мои деньги здесь. А, я комнату купила, блин, точно. Точно. А, да-да. Да, блин. Так, столы. Дешевый стол где? Дешевый стол. А что-то они все не дешевые. VR-стол, basic-стол. Ну пусть будет basic-стол, ладно, чёрт с тобой.
Стул. Иди, иди. Так, ну... Давай, босс, чейр. Ага. Сколько у меня там уже? Ну, я... А я думаю, я, наверное, задний сегодня как раз насобираю. Так, мониторы. Тысяч 500. Не хватает мне. Пацаны, заплатите. Спасибо. Спасибо, спасибо. Продолжайте. У меня швабры нет. У меня нет швабры! Как я без швабры буду жить? Блять, мне сейчас пиздец. Чё? Кого? Меня обокрали, меня обыскивают. У меня монитор пиздили. Подожди, а где я? Вон, вон мой монитор. Блять. Иди, иди. Иди, дед. Так, а сколько у меня денег? 1400. А там сколько у меня что стоит? 1543. Там все равно на мышке не хватает. Блять, ну и помойка. Сейчас, 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 подожди. Все утверждаю. Платите мне деньги, мне не хватает чуть-чуть до нового места. Сейчас посмотрю, сколько еще мышки стоит. Блин, недешево. Ну, давай вот эту мышку. 1663. Давай. Чё так мало? Больше бы посидел. Сука. Я теперь не куплю новое место. Блять. Вот то, 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 то. Так, а чё там меня зовут? Не отзывы спрашивают. Я рекомендую вам приходить сюда в пальто. А чё, холодно? Я думаю, что весь магазин стоит из секонд-хендов. Ты знаешь, сколько я, блядь, трачу на столы и стулья? Это прекрасное место, чтобы познакомиться с жизнью эскимосов. А, внутри так холодно, я сразу убежал. Блядь, у меня же куча компов, как тут может быть холодно? Ладно, ко мне все еще приходят. А, есть, все, есть, 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 могу заказывать. Что горит там, блядь? Что горит? Ну ты, конечно, любитель порнухи. Что ты там смотришь, что у меня все загорелось? Так, ну мне надо поставить новое рабочее место, и как бы дела пойдут получше. Там я уже могу, смотрю, на кондиционеры тратиться, что такое. Блять, швабры нет! Швабры нет! Ну как так? Ну почему? Давай деньги. Где моя доставка? Спасибо. Я швабру потеряла! Что мне делать? Что мне делать без швабры? Мне не нравится, что они так стоят, прям как в школе, блин. Лучше пусть они стоят в стенке. Где моя доставка? Я не понял. Вот она едет, моя доставка. Спасибо, 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 спасибо. О, блядь, где она? Console table, вот это мне надо. Черт, 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 черт. Блядь, я все сломал там. Давай. Сука! Дурацкий, сука, стол. А! А!
Я что натворила? Блять, что я натворила? Да, блять. Вот как раз, чтобы переставить эти столы. Да ёб твою мать. Это не я бросил сигарету, откуда она появилась. Это что, это стул. Пойдем сюда. Так, там есть что подтвердить? Давай, проваливай. Как, блин, неудобно. Давай, давай, давай. Все, иди. Иди, иди, я тут разбираюсь. Так, одно рабочее место есть. А чё он? Он консольный, сука. Он консольный, это не тот. Блять, не тот стул. Пиздец. Плохо. Я не тот стол купила, блять. Тебе, мне нужен новый. Я смотрела по цене. И просмотрела все. Все, давайте мне вот этот. Не нужен мне ваш консольный стол. Не нужна швабра. Там все ушли, надо пока поменять все. А чё, где стол? Подожди, а, да, я же его убрала. Так. Вот так. Я иду. Так, ну я сейчас как раз построю себе рабочие места. И заживем. Заживем так, что я смогу купить себе робот-пылесос. Так. Во-во-во-во-во. Вот, отлично. Где мой стол? Стол. 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 Вот это. Ептите. Опа. Так. Босс-чейр. Вот это моё. Есть что? Есть. Отойди, пожалуйста. Так, компьютер кейс. А, клавиатуру ты не взяла, что ли? Да блин. Вот. Я еще без клавиатуры, что ли, живу? Сука, плохо. Не воняет? Воняет, блин. Так, а сколько у меня денег? Я смогу купить себе? А, не могу. Супер интернет-кафе для 8-битных игр. Что ты имеешь против? А, у меня рейтинг упал. Фигово, блять! Я не успеваю ничего. У меня клавиатуры нет. Так, клавиатура. Хрена. Хрена, дорогая. Ну, куплю вот эту. Все, везите мне клавиатуру. Сколько там этот? Планеры.
кто это. Хотя вон можно есть вот этот дешевый. Так, отлично, у меня приехала клавиатура, я могу принимать больше людей. Там только одно место у меня дурацкое. Все, шик, блеск, красота. Все, помойка. Помойка сплошная. Ну, зато он ему весело. Хоть кому-то, блин, тут весело. Хотя я могу поменять пока стол. Пока никого нет. Тихонько так. Тихо-тихо. Да иду, иду. Подожди. Секунду. Так, клавиатура. А ну отошел. Все, у меня 4. Мышки не хватает, вот мышка. Иду, 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 иду. Все, супер. Супер. Все, отлично. Есть что? А ты не заплатив пойдешь? Сейчас ему в морду дадут. Так тебе и надо. Все, я закрываюсь, пацаны. Все, пацаны, пока-пока. Все, это уже в следующий раз. Ну что ж, мы сегодня сделали очень много. Я потеряла свою швабру. Я не знаю, что с этим делать. Как мне теперь жить без швабры? Но я надеюсь, что моих рабочих мест хватит, чтобы зарабатывать достаточно денег. И теперь я смогу купить себе робот-пылесос. У меня есть охрана, у меня есть вообще все, кроме швабры. Так что посмотрим, как будет все это развиваться. Уже в следующий раз. Сплю. Спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий. Всем спасибо и всем пока.